Друзья, мы в Шереметьево. Здрасте, здрасте. Приветствую вас, уважаемые. Поставьте плюсик там. Один плюс один. Напишите здрасте, здрасте, если меня слышно. Здорово. Привет. Здрасте, мальчик. Скучно мне вам. Скучно мне без вас. Не хватало мне вас в перископчике, друзья. Чехов, здорово. Чехов, привет. В костюме солидно, не успел переодеться, был ведущим на Старкап Усмания сегодня. Дима, Никулин, Максим. Здорово, Максим. Давно не уходил, давно не было в перископе, потому что не было свободного времени, было много работы, новой интересной работы. Тема разговора – ответы на ваши вопросы, потому что давненько не появлялся, и думаю, что надо на вопросы поотвечать. Набережные Челны недавно совсем проезжал, когда ехал из Москвы в Екатеринбург, проезжал Набережные Челны, останавливался в отеле, ночевал, собачку оставлял в багажнике. И так, попутешествовал. Набережным Челнам большой привет. Тренинги будут. Тренинги у нас будут и мастер-классы, и семинары на Кухне Шанькина 17 апреля в Екатеринбурге. На Экспо можно будет прийти и послушать семинары Симкин, Селиверстов, Маша Кузьмина, Лиза Мухминова, я и Денис Гусев. Сочи. Сочи хочется. Хочется и в Сочи, и на море. Сижу на Буч, начались проблемы с петь. Не знаю, что такое Буч. Зачем наушник? Наушник – это диктофон, это вот этот микрофон, в который, в общем-то, я и вещаю. Думаю, что так лучше слышно. В Екатеринбург с концами или нет, но на ближайшие, наверное, 18 лет. 18 лет прожил в Димитрограде, 18 лет в Москве, следующий этап – Екатеринбург. Но Екатеринбург – там мои родные, там мои близкие, там моя мама. И поэтому сейчас в Екатеринбург. Кубок может путешествовать по России вполне, потому что Казань ждет. Где мы еще хотим? В Сочи хороший вариант. В Сочи может быть. Здорово. Здорово из Парижа. Привет. Буч, белково, углеводное чередование. Прекрасно. Вполне успешно работает. Детей за плохое поведение ругаю, отчитываю. Воспитываю из Ульяновска. Привет, привет Ульяновску. Низкий поклон родной земле. Вес у меня сейчас, честно говоря, не взвешивался уже неделю, но я думаю, где-то 83, потому как поднабрал. Поднабрал, начал кушать, стал лучше спать, меньше заниматься ерундой. И поэтому немножечко поднабрал вес. И, кстати, стал сильнее. Что интересно, стал сильнее. Их зиму здорово. Контакт не разблокируй, неинтересно. Есть персональный тренинг группы ВКонтакте, и там вся информация у нас есть. Сегодня был на Кубке Усмановой, на первом Кубке Усмановой, и были такие номинации. Самая красивая, самая ухоженная, самая такая очаровательная мамочка и самая красивая девушка. Мне 39. Про фарму говорить будем. Будем говорить обо всем. О Милдронате. Про Актовегин. ТА занимаюсь 4 тренировки в Екатеринбурге. Провел вот за 7 дней 4 тренировки вполне. Вы кто? Я Дмитрий Шанькин, прошлым чемпион мира по фитнесу, победитель турнира по классическому бодибилдингу, ныне успешный тренер, редактор журнала, редактор портала gravitatsia.ru. 911 на диагностику пригонишь? Не, не пригоню. 150 толкну. Сейчас кроссфит, тяжелая атлетика, да. Я женат, к сожалению, к счастью, для вас, для меня, к счастью, женат на любимой женщине. У меня 3 детей, и я счастливый человек. Сколько тренировок в неделю? Ну, 3 точно, иногда 4. Да, иногда 4, иногда меньше.
Важный вопрос. Слушаю вас внимательно. 4-4-6-7-8-3. Внимательно вас слушаю. Жена у меня супер, это уж точно. Красотка. Жена, спать ложись. Любимая, тебе надо спать. Кубок планируем в ЮФО. Это что, южный? Планируем. Здрасте, здрасте. Вся наша семья прекрасная. У нас папочка замечательный, мамочка у нас. Чудо. В Димитровграде бываю редко. Футболку в Питере и Шанкин Тим можно купить, можно заказать на сайте у Вити Симкина, Симкин Про, на сайте, пожалуйста, можно. 150. Когда толкну? По плану через год. Пара у нас красивая, спасибо. Мастера спорта 2 обязательно будут. И по секрету, наверное, вторая серия, это будут девушки. Девушки, женщины, спортсменки, успешные спортсменки, красивые девушки. Любимая, тебе пора спать. Ксюха здесь. Ксюхе привет передавайте. Колено, кстати, меньше болит и практически не болит. Похрустывает, но меньше похрустывает. И когда разогреваю перед тренировкой каким-то кремом, вот этим бальзамчиком, никофлексом, вообще прекрасно себя чувствую. Затянуто, чуть-чуть вышло, конечно. А мероприятие, да, чуть-чуть вышло затянуто, ну, потому что просто первое мероприятие, много артистов, певцов, мне кажется, слишком много певцов. Если пришел смотреть на жопы, то надо смотреть на жопы, причем тут певцы. Как уговорить маму, чтобы разрешила заниматься рестлингом без правил, она боится, что меня убьют. Правильно, что боится. Зачем заниматься тем, что может вас сломать? Ну, хотя, если нравится, еще уговаривать. Надо заниматься. Да, Димитровград Салам и Шанкин Тим одни физики. Тяжей Леша Чибисов у нас начал заниматься под моим руководством совсем недавно. Сейчас стал 5-м на области. Я думаю, по Москве доведет форму, будет в троечке. На Россию, может быть, поедет, если удастся сделать хорошую форму. Голоса у меня нет, поэтому певцом не стану. Ну, может, и есть голос, нет этого. Слуха. Слуха нету вообще. Шансы у Гусева на Олимпию. Будем надеяться на топ-10. Будем очень надеяться на топ-10. Екатеринбург нравится. Я вот сегодня в Москве впервые за сколько? 8-10 дней. И сегодня мне показалось, что я в чужом городе. Я приехал в гости, потому что мой дом теперь в Екатеринбурге. Идея проекта «Мастера спорта» принадлежит Диме Клокову. Это у нас генератор идей и вдохновитель. Всех может вокруг себя собрать звезд, атлетов, и все успешные ребята и с удовольствием участвуют во всех его проектах, именно потому, что он вот сам такой парень заряженный, и рядом с ним тоже люди заряжаются. На Олимпию хотим, конечно, полететь, но у нас большие планы, мы открываем сеть фитнес-студий, поэтому будем работать над их открытием, развитием. И не факт, что сможем полететь, но очень-очень хочется. В Архангельск приезжайте. Не был ни разу, с удовольствием. Приглашайте, прилетим. В гости приходите. Я из Екатеринбурга. Но я вот был этот Powerhouse Gym Карнавал, там есть кроссфит зона, там есть помост. Я был кроссфит Екатеринбург. И какой-нибудь зал еще надо посетить в ближайшее время. Либрана, привет. Как попасть на ваши индивидуалки? Индивидуалки это что? Персоналки? Ну, откроем клуб, будете приходить, будете тренироваться. От груди жму 120, штангой занимаюсь. Что за сеть? Сеть и Шанкин Фитнес будет называться. Ростов-на-Дону, привет. К Серкову ездил штангу поднимать, был у меня рывочек, и там хороший очень помост, он так гасит удар, прям. Очень круто. Перископ, выходите с отцом, да, надо попробовать, кстати, он еще не был у нас в перископе. Какой вес девушке нужен для рестлинга, чтобы не выглядеть толстой? Я думаю, рост минус 100 будет такой атлетичный вид, не толстый. Но прослоечка жировая должна быть процентов 10-12, тогда мышцы будут такие плотненькие, подкачанные, и будете выглядеть хорошо и выступать наверняка успешно. Александру Ищенкину привет от Димитровграда, обязательно передам.
зал откроется в Москве. Арма пусть открывается, пусть работает, процветание ей. В Москве у нас планируется открытие через полтора или два года. Мои клиенты, бывшие, наверное, уже строители, предлагают площадку. Площадку хорошую, хорошие условия и надежные арендодатели, в отличие от Кутузовской 36. И поэтому, возможно, через пару лет мы откроем зал в Москве. Мы открываемся в Екатеринбурге на Фурманово. Там будет здорово, там будет классно, весело и круто. Вы похожи на Тора из Мстителей. У меня только молота нет, но могу приложить. Крестик Кокляевский потерялся. Как это не печально, потерялся в Таиланде, где-то он утоп. Утоп. Поэтому ношу свой, который носил много лет. Мне подарил его друг. Здесь Дмитрий Солунский, мой святой покровитель, ношу. В Париже откроем зал, давайте, прикольно. Съесть на ужин. На ужин съесть все, что пожелаете. Открытие зала начало июня. Смотрю ваше видео, респект. Колечко покажи. Это у меня обручальное, венчальное. Любимая, тебе привет. Если еще не спишь, мальчишкам тоже большой-большой привет. Что скажете про возможности Гусева на Олимпии? Ждем выход в топ-10. Если я 158, вешу 47. Неплохо. Поздравляю. В Академке будете открываться, перспективный район. Попробуем. Оксана Мишанькина, люблю тебя. Спокойной ночи, родная. Я закругляюсь, потому что хочу поесть. Стал мотиватором для вас и для многих других. И для себя самого тоже являюсь мотиватором. А еще для меня мотиватором является моя супруга и папа мой. Вот, Сереге Миронову привет большой. Аппетит приятного, спасибо. Моментальную массу набрать, идите жрать, пожалуйста. Один вопрос, вы знаменитость. Ну, как сказать, 100 этих, сейчас 100 посетителей. Началось с 300, как услышали, сразу стали отваливаться. Кири, привет. Все, братва, всем удачи, всем любви, добра, всего самого хорошего. Всем пиз, алоха, победа. Фингерап. Удачи. О, у меня такая сиська наверху с сосочком. Спокойной ночи.